Забавно, что самое сложное в моей работе – это не дизайн или крой, а банальный подбор ткани. Кажется, на поиск этой я потратила целую вечность. Мы никак не могли подобрать нужный оттенок в местных магазинах, и, как всегда, выручает интернет. Теперь я уверена, на своем выпускном эта красотка будет неотразима.